Дорогие ребята, чтобы мне почувствовать вашу поддержку, я вас приглашаю в доске. И давайте крепко возьмемся за руку. Крепко. Есть контакт? Не чувствую? Я чувствую. А я нет? Я чувствую боль. Я не чувствую? Есть контакт. Хорошо. Ребята, а при встрече как вы друг друга приветствуете? Здравия желаю. Здравия желаю. Привет. Здравствуй. Здравствуй. Хорошо. Обнимаемся. Обнимайтесь. Хорошо. Добро пожаловать. Ребята, давайте вы сейчас тоже поприветствуете друг друга и скажете: здравствуй, я очень рад. Здравствуй, я очень рад. Здравия желаю. Здравствуйте, ребята. Я тоже очень рада. Присаживайтесь на свои места. Но грозным ревом, не пустой игрой, ночное небо взрезав на рассвете, шли самолеты на восток. Их строй нес, притаясь, начало новой ноты, что дирижерским замыслом верна, зловещим визгом первого полета начнет запев по имени «Война». Ребята, о чем я сейчас прочитала это стихотворение? Молодец, ребята. Молодец. Ребята, а кто мне сможет сказать, когда же началась Великая Отечественная война или Вторая мировая война? Пожалуйста. Вторая мировая начинается. Война началась в 4 утра 2 мая 1941 года. Ребята, 2 мая? Кто поправит его? 22 мая? Июня, конечно, ребята. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Ребята, и мы сегодня отправимся в прошлое, о котором мы никогда не должны забывать. Наш класс, ребята, это военное подразделение, в котором 3 группы солдат. Я прошу вас одеть пилотки. Ребят, и у нас приказ совершить большое путешествие для того, чтобы узнать, какой ценой досталась нашему народу победа. А в путешествие мы с вами отправимся на военной машине Т-34. Правильно, ребята. Танк Т-34 признан самым лучшим танком Второй мировой войны. До середины 1942 года немецкие танки ничего не могли сделать этой военной машине. Ребята, перед тем, как начнем мы с вами наше путешествие, вам нужно разгадать шифр. На столе у вас лежат листочки. Ваша задача – заменить цифры соответствующей буквы алфавита и затем из букв составить название или тему нашего путешествия. Какое подразделение будет первым? Поднимите флажки. Хорошо. Пожалуйста, прочитай, пожалуйста, тему нашего путешествия. А много ли мы знаем о победе? Умничка. У всех, ребят, так получилось? Да. Молодцы. Значит, ребята, о чем пойдет речь? Пожалуйста. Речь пойдет о том, как завершилась война. Так, только об этом, ребят? То есть о победе пойдет речь. Еще. О самой войне. О самой войне, конечно. И о... Хорошо. И о подвигах, да, ребят, солдат. Ребята, во время поездки на военной машине мы с вами будем останавливаться на станциях. Ребята, наша первая станция.
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Раньше так назывался называлась наша страна. Этот город первым столкнулся с фашистскими захватчиками. Немцы рассчитывали захватить этот город и находящуюся в нем крепость за несколько часов. Но бои длились целый месяц. Наши солдаты не сдавались. Но ничто не могло сломить мужество и волю солдат. Об этом говорят надписи, оставленные на камнях и на стенах. «Прощай, Родина! Умрем, но не сдадимся!» Ребята, как этот город называется? Ребята, этот город Брест. А крепость, ребята? Брестская крепость. Ребята, даже Гитлер оттуда взял камень и хранил до самой смерти. Этот камень был обнаружен у него в кабинете после войны. А сейчас, ребята, вам нужно будет выбрать следующее боевое задание. Перед вами карточки. Вам нужно выбрать качества, характеризующие воинов-пограничников Брестской крепости. Работаем. Команда, команда, вместе, Егор, советуйте. Флажок поднимаем, Егор. Ага, вот у нас, пожалуйста. Какие же качества вы выделили? Мужество и честь. Егор, вы какие качества выделили? Сплоченность. Сплоченность. И храбрость. Сплоченность и храбрость. Так, а вы какие характеристики выбрали? Стойкость и целеустремленность. Правильно, ребята. Только эти качества помогли нашему народу победить эту страшную войну. Ребята, а мы с вами отправляемся на следующую станцию. Битва за Москву. Стояла осень, когда фашисты подошли к Москве. Под Москвой завязались жаркие бои. 28 героев-панфиловцев ценой своей жизни остановили вражеские танки под Москвой. И таких мужественных героев был сон. Атака наших солдат была такой сильной, что немцы не выдержали, в панике бежали. Ребята, вам нужно выполнить следующее боевое задание. Вам нужно собрать фразу, которую сказал Василий Клочков, вор и командир подразделения панфиловцев. Соберите, пожалуйста, фразу. Внимание на экран.
братья была последней степень дистрофии, а голода в 3-8-8 руку. В пищу шла смешанная с сахаром земля. Это все, что осталось от горевших бадаевских складов. Суд варили из ремней и стали оборудовали. Их заметные нашли в одной строке из блокадной республики школьницы Ирины Бухиной. Когда после войны опять наступит равновесие, можно будет все купить, я куплю кино черного хлеба. Блокады были три главные составляющие, которые определяли выбор, жизнь или смерть. Это тепло, вода и хлеб. Для этого стали добавлять в тесто. Вообще добавляли все, что было. Даже муку все тянуло со стен, пекали. На этом стали то, что в блокаду взялось дороже золота. Ржаная мука, соль, жгут и овсяная мука. Из этих ингредиентов мы хлеба попытались создать блокадную муку. Но настоящего рецепта не существует, пропорции менялись постоянно. Норма хлеба в январе 1942 года была 250 граммов, для рабочих 125 граммов для всех остальных. То есть только вот такой маленький кусочек. Ради этого кусочка мы могли бы отстоять несколько часов в очереди. Черного хлеба размером с спичный коробок. И мы, ребята, сегодня с вами попробуем сделать блокадный хлеб. Ребята, а кто запомнил рецепт? Чтобы сделать блокадный хлеб, нужно взять ржаную муку или еще какую-то муку, которая может быть на стену, и смешать ее с молоком. Я хочу сказать то, что рецепта не было, потому что туда все, что могли положить, туда ложили. И клей, и землю смешанную с чем-то. Выйди, пожалуйста, поработай. Мы берем мешковую мелко порубленную траву и столярный клей. Замешиваем тесто. Мешковая пыль. Мелко порубленная трава. И столярный клей. Сейчас чуть-чуть, да, и попробуем перемешать. Да, замешиваем. Да. Нас специально сушили или брали то, что у них было? То, что не было. Да, потому что рецептор. Покажи, что получилось. Нет, прямо так, руками. Сейчас так занеси. Вот так занеси. Сделай, да? Покажи, ребята, пожалуйста. Ребята, вот это настоящий блокадный хлеб. Мне папа такой кровь не дает. Ага, хорошо, спасибо, Катя.
а во время войны это ели люди. Да. У жителей Ленинграда, ныне Петербурга, до сих пор очень трепетное отношение к хлебу. В этом городе не увидишь хлеб, выброшенный в мусорный бак. Человека, который стоит в нем, просто не пойдут. Помните об этом, ребята. Ну и следующая наша станция – песни военных лет. Ребята, какие же вы песни знаете военных лет? «Расцветали яблони и груши». А как называется эта песня? Катюша, еще, ребят, какие песни? «День победы». А, хорошо. Ребята, прочитайте, послушайте, пожалуйста, и угадайте, о какой песне идет речь. Это песня о русской девушке, написанная еще до войны. А на войне ее именем народ ласково окрестил новое грозное оружие, наводившее ужас на врага. Реактивные гвардейские минометы, сыгравшие особую роль в Смоленском сражении. Как называется, ребята, эта песня? Давайте вместе вспомним эту песню. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Хорошо, ребята, и мы с вами продолжаем наш путь и попадаем на самую главную станцию. Станция Сталинградская. В августе 1942 года началась гигантская Сталинградская битва. Были окружены и взяты в плен свыше 330 тысяч гитлеровцев. Красная армия сумела отстоять Кавказ и Сталинград. Но фашисты не остановились и начали новое наступление в районе города Курска. Сражение под Курском тоже закончилось победой Красной армии. Ребята, посмотрите, пожалуйста, на экран. Как называется этот памятник? Памятник Родина-Мать. Правильно, ребята. А где находится этот памятник? В Волгограде. В Волгограде, ребята. А войну этот город называли Сталинград. А может, кто-нибудь из вас был в Волгограде и поделится впечатлениями? Я там была и как раз-таки вот к этой статуе ходила. Вот там, когда на нее смотришь, кажется, что она на тебя падает. Хорошо. Ребята, тише. Внимание, говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Победа! Ура, ребята! Ура! Все вместе! Я надеюсь, что вы всегда будете помнить о подвиге нашего народа, о Великой Отечественной войне.
Отечественной войны. Будете с уважением относиться к ветеранам Великой Отечественной войны и с гордостью принесете портрет своих прадедов 9 мая. Ребята, спасибо вам всем и мирного неба над головой. И разрешите мне на память подарить вам георгиевскую ленту и открыть. Для того, чтобы мы люди не повторяли это.